Исполнение республиканского бюджета за 2016 год сегодня рассматривали на публичных слушаниях. С основным докладом выступила вице-премьер правительства республики, министр финансов Светлана Енилина. В 2016 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 41 миллиард рублей. Из них более 25 миллиардов – собственные доходы. В основном это налоговые поступления. По сравнению с 2015 годом их стало больше на 17%. Значительную часть в доходах составляют налоги на прибыль организации, налог на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество. Расходы республиканского бюджета в 2016 году составили 39,5 миллиардов. Наибольшие статьи – трат казны, социальная политика, образование и здравоохранение. По данным министра финансов, бюджет республики сохранил свою сбалансированность, устойчивость и был направлен на реализацию майских указов президента страны. Участники публичных слушаний рекомендовали рассмотреть отчет по исполнению бюджета за 2016 год на ближайшей сессии Государственного совета 12 мая.